Привет, друзья! Я снова в лесу. Сегодня 20 сентября. Снова хожу по своему лесу, где в прошлый раз собирал грузди. И вот уже насобирал груздей. Там боровички беленькие. Сейчас возьму вот этого беленького. И пойду дальше. Что будет интересного, покажу. Ну вот, побродил по одному лесу. Сейчас через поле перейду вот в этот лесок и дальше. Там сзади лес. Буду ходить по тому лесу, по перелескам, потому что в лесу в самом грибов нет. Вот только по краю поля. Да. Когда-то поля эти сеялись, косились. Вот так вот у нас поднимают сельское хозяйство. Целые поля заросли. Жаль. Вот она красота. Рябина. Лакомство для медведей. Трещоток, дроздов. Ну, для кого там еще? Рябчиков. Вот такая красота. Вот нашел пенек с опятами осенними. Эх, жаль. Сегодня брать их не буду. Цель у меня сегодня грузди. Можно сказать, уже набрал целую корзинку, так что ложить некуда. Небо хмурится, начинает накрапывать. А мы сейчас еще немножко походим и ближе к дому. Небо становится свинцовым, накрапывает дождь, а мы выдвигаемся ближе к дому. Ну что ж, прогулялись сегодня хорошенько, набрали грибочков. Погода неустойчива. По прогнозам, как обычно, солнышко, а у нас такие тучи. Так что осенью надо использовать каждую возможность, чтобы прогуляться в лес. Всем пока-пока, всем до скорого!